Давай ты скажешь, ты лучше выглядишь. В общем, всем привет. В общем, мы с Андреем поспали. Меня Андрей сегодня рано утром поднял, разбудил. Я ужасно сонная. Вот, сейчас мы собираемся с Андреем на пинбол. Сейчас мы собираемся с Андреем на пинбол. Будем кушать шашлычки, Карина будет жарить. Вот, одеваем обувь, я... Одеваем обувь? Очень сонная. А я еще в розовом лифчике, а Андрей сейчас дышит. Информация полезная. Вот... обулась, значит, мне тут рваны. Много полезной информации. Все, я буду влог снимать, нахер надо. Деревенский простак. Ну, чтобы не жалко было. А Карина боец UFC. Yeah. Что-то там Ultimate Fight. Это что-то Андрея. Там. Да нет, это не моя. Что-то врешь, это твоя. Здрасте, мы наконец-то доехали до нашего пинбола. Это Мира. Почему ты согласилась играть? Ты одна девушка, ты не боишься? Нет. А вдруг меня тебе в лоб упадут? А ты уже играла? Ты лучше меня опасайся. Самое главное правило для пинбола – это не снимать маску на площадке во время игры. То есть вы снимаете маску только на безопасной зоне. То есть вышли сюда, и предохранитель нажали, соответственно, ствол не стреляет. И все, и он, соответственно, стреляет. Ой, кто тут? Ты готов? Да. Давай. Как ощущения? Нормально, весело, задорно. Мира попала почти по яйцам. Лучше меня опасайся. Какое ощущение? Больновато. Да! Так это не ты. Это ты, что ли? Это не ты. Ты что, не ты? Я. А почему? Калашникова Андрея. Да. За победу в личном мастерстве. О, так, лучший круто. Стрелок. Yeah. Круто. Ура! Как ты это сделал? После поездки к Милене у меня до сих пор еще... Жжет. До сих пор еще красные глаза и какие-то прям уставшие все время... Аж хреново вижу, что не спал много, и восстановиться никак не получается. Кстати, вот этот глаз на руке тоже закапай. Давай. Стой, подожди, мне еще тот щипит. Такое неприятное. Конечно. Вот так вот. Это, конечно, все. Они сейчас будут думать, что типа я из-за Милены. Типа, вот, а какая она скотина. У меня из-за нее глазами проблемы. Нет, все хорошо. Так, просто. Ты достал про Милену уже. Сам факт, ну в смысле достал. Я больше про нее вообще ничего говорить не хочу. Она так поступила некрасиво. Вот как ты думаешь, если бы Бузова взяла и написала мне ВКонтакте, блин, привет, я там твои, ну на твои блоги там наткнулась случайно, и ты мне так понравился. Ну, Олег Бузова, которая... Я поняла. Ну вот, и написал бы мне, блин, приезжай, все, я влюбилась в тебя, там все дела, что бы ты сделала? Я бы тебе вещи собрала, я отправила. Ты меня отправила к Бузовой жить? И что бы, и в смысле, ты бы так сказала легко, раз это Бузова, все, я отдаю тебя, да? Конечно, это же Бузова. Я потом как-то... Бузова, если ты смотришь. Завтра на 24-м. Сейчас грамм, ладно, расписание? Да, это тебе. Ааа, за это зажали! Пожалуйста. Ты на фоне туалета классно смотришься. Спасибо. Я знаю. Приехал к Карине в гости. Очень редко у нее бываю, но сейчас пока мамы нет. Давай, летел. Лебедь. По синему. Небу. И что там дальше? По номеру. Да не так там было. Все, с тебя. Поцелуй. 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 Я буду лечить Карину сейчас. Что с вами? Девушка, что с вами? Все хорошо? Я это просто первый день. Надо взвесить вашу грудь. Одна грудь тяжелее другой. Поэтому нужна срочная операция. Вам во время операции нужно будет быть в очках. Так, быстрее. Так, все, мы вас спасаем. Эту грудь нужно больше сделать. Все, вы здоровы. Счет придет по почте вам.
Сейчас твой палец сломаю, блин, другую скорую вызывать будешь. Люблю. И Милана люблю. Где Милана? Все, хватит ставить штыпошный. О, сил нет. Андрей, иди сюда. Смотрите, как страшно выглядит руки. Да. Тут хоррор какой-то получается. Андрей. Андрей собирается на работу. А я? Лежу. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Занимаюсь я зарядкой. Какой ты нахуй ты меня? Ты во влоге появишься именно таким, понимаешь? Впереди не пишет. Нариман, ты, блядь. Ладно, мы сегодня на бокалец просто. Он очень хотел во влог и... Пацаны, я честно хотел во влог, у него есть 5 тысяч. Ну такое! Если будет 10 тысяч, мы, пацаны, каждому разошлем. Подождите, пацаны. Давай, давай, что ты там хочешь? Элина идет. Элина, давай. Элина, идем. Она точно хочет во влог с нами. Элина, идем во влог. Идем. Давай. Элина, Губы твои. По центру. А ты себя что показываешь? Я себя и так показываю каждый раз. Пацаны, если будет у Андрея Калашникова 10 тысяч подписчиков, он сделает... Всем привет. В общем, пришла я домой. Так получилось, что я пришла позже Андрея. У Андрея сегодня была туса. И знаете что? Андрей как бы пьяненький. Прям пьяненький. Вот не дай бог ты это не вставишь. Ты это вставишь. Он сам, я тебя на кресле около двери сидел, ждал. Господи, что это? Что это? Че, я ни с кем не был. Девочек не было. Были все мальчики. Я выпил один раз, что бывает со всеми. Правильно? Правильно. Ну все.